Мы жизнь свою проводим средь людей, латая души современных механизмов, и не торгуем в храме без затей, и не приемлем правил формализмов. Лаборатория автомобильной диагностики предоставляет вам диагностику европейских грузовиков и автобусов. Привет, ребята! Еду я сегодня, как всегда, работать. На самом деле хочу сказать вам большое спасибо подписчикам, большое спасибо людям, которые смотрят мой канал. Много, очень много адекватных, хороших людей пишут комментарии. Я вижу, что это специалисты, я вижу, что это хорошие водители, я вижу, что это хорошие механики, даже есть хорошие руководители, не поверите. Большое вам спасибо. И именно этого я добивался, да, я не хотел, чтобы на моем канале находилась какая-то шелупонь, которая разговаривает чисто матом, и такие полунаркотические люди, да, я хотел, чтобы на этом канале были действительно профессиональные, нормальные, человеческие, это очень ценно в наше время, да, человеческие качества, человечные люди. И, в общем-то, несмотря на многочисленность подписчиков, я все равно этому рад. Вы знаете, сделать канал меня буквально заставил директор нашей компании. Говорит, слушай, Андрей, но надо показать, что мы отличаемся там чем-то друг от друга, да, там от других. Вот, сделай, покажи людям, но ведь у тебя это неплохо получается. Вы знаете, я в прошлом музыкант, я увлекался музыкой серьезно. И, в общем-то, ну, имею какие-то навыки, да, работы с залом и так далее. Ну, в общем, меня заставили сделать этот канал, по-моему, год 3 тому назад. Я сильно упирался, потому что, ну, представьте себе, работа, да, после работы по вечерам склеивать ролики, монтировать, там, работать со звуком, а, ну, скажем так, я не сильно звукооператор, вот, и уж тем более с видеопотоком я никогда не работал до этого. Сейчас я немножко поднаторел в этом тоже. И, вы знаете, потом втянулся, мне потом стало интересно самому показать, что нас окружает в автобизнесе, в авторемонте, в эксплуатации автомобилей, чтобы люди понимали, в каком мире мы живем. И вот сейчас я это уже делаю на автомате, мне просто интересно, а тем вокруг очень много, всяких разных. Ну и сегодня в очередной раз я начал с того, что я еду работать. Да, я еду работать к Мерседесам Актрос, по-моему, 15-го года, если мне память не изменяет. Что называется, зелененький он был. Это два Мерседеса зеленого цвета, и из двух мне нужно выбрать один. Работаю я сегодня с клиентом, с которым я уже до того работал, но не секрет, да, что когда мастер нравится... Ну, вот как вы ходите в парикмахерскую, да, вам нравится мастер, вы к нему потом ходите долгое время. Так и у нас. Нас передают из рук в руки, и если человеку понравилось, то он возвращается опять к нам. Это нормальное явление. И вот сегодня я еду работать к таким машинам. Ну и так, поехали, посмотрим. Машины стоят порядка 4 миллионов рублей с НДС. И с пробегами они там что-то порядка 780 тысяч, 15-й год, да? Ну, приедем, посмотрим. Вот две машины 15-го года, плюс-минус пробеги приблизительно одинаковые. Ну и на самом деле, в общем-то, видимо, как пришли, так и стоят. Аккумуляторы здесь, площадка поставила свои. Вот, будут его в итоге аккумуляторы, которые разряжены, но это один большой минус, да? V-образная тяга, сайлентблоки, ну, в принципе, еще ничего. Резина, протектор, задние покрышки. Что у нас тут? Мишлен с правой стороны, с левой стороны тот же Мишлен. И остаток достаточно значительный. По-моему, они немецкой сборки. Судя по надписи на капоте, Air Group. Есть такая компания. Фильтр.
Ну, есть немножко осадок на донышке. Кабина с ровным полом, Мегаспейс. Вот она такая. ВИН ВДБ, Германия. Правая сторона, дверная рамка не снималась. Дверные петли не демонтировались. С правой стороны переднее колесо, протектор. Ну, боковые дорожки уже съедены, но остаток процентов, наверное, под 20. Правый тормозной диск. Ну, походил, но еще, я бы сказал, он почти новый. Правый тормозной диск передний. Левая передняя дверь. Дверные петли не демонтировались. Дверная рамка повреждений не имеет. Левое переднее колесо. Ну, протектор такой же, как и справа остаток. Тормозной диск имеет больший расход, чем правый. Будет ремонт суппорта левого переднего колеса. Вот здесь всякие пузырьки лежат под педалями. Это мы потом выкинем. Опс. О, распечатка тахографа есть. Это радует. Не надо напрягаться. Так, что здесь? 15.10.15. Так, 176.46 его ВИН номер. Эксплуатация с 28.10.15, 4 километра. То есть конец 2015 года, начало эксплуатации. Так, 176.46 ВИН номер повторяется. 20.02.17, 174 тысячи пробега. 20.10.17, 296, 280 пробег. 21.03.19, 470 тысяч 839. 16.07.19, 517 тысяч 713 километров. И больше записей нет, и пробег должен быть подлинный. Так, а ВИН номер у нас везде его. Зачет на ВИН номер у нас везде его. Угу. В салоне он выглядит вот так. Любимый механик уже аккумуляторы поставил, свет уже горит. Левое водительское сиденье без дырок. Ну, салончик не сильно затертый, в принципе, на свой год тянет. Правая пассажирская без дырок. Столик. Опс. Холодильник. Ну и отсек. Так. Вот так это все выглядит. Что-то здесь еще осталось. Опа. О, еще даже путевой лист лежит. А, нет, это что-то тут анализ зерна и так далее. Это не путевой лист. Карточка анализа зерна. Ага. Ясно. Что здесь еще хорошего оставили нам? Так. Ну, в общем, как он пришел, так он и пришел. Светоотражающий жилет. Ну и в принципе, на свой возраст он тянет, москитная сеточка. С левой стороны кабина ремонту не подвергалась, точной сварке заводской. Ага, с правой стороны следов ремонта тоже нет. В точечной сварке. Инструментальный ящик с правой стороны. Любитель бутылочек ездил. Нижний инструментальный ящик. Вот, есть шансовый инструмент.
левой стороны инструментальный ящик, еще бутылочка. Любитель бутылочки ездил в натуре. Нижний инструментальный ящик, еще бутылочка. Надо же. Так, интеркулер. Ну, в принципе, грязный, но, по-моему, без подтеков на самом деле. Маслозаливная горловина. Ну, без эмульсии. Заведем, увидим. Расширительный бачок без эмульсии. О, автоматический подъем кабины, красота. Кнопочку нажал и все. Это хорошо. Так, усилитель бампера слева, справа цел. И подтеков, в принципе, внизу. Но он сейчас низко сидит. Заведем немножко. Кабину откинем, посмотрим. Так, подтеков не видно. Да, давай, запускаем. Завелся с полоборота. Сейчас кабинку поднимем, чтобы аккумуляторы не сажать. Маслозаливная горловина. Сразу сапонит. Подкабинные втулки, сайлентблоки уже разбиты. Этот тоже просевший. Пошла потихонечку. Так, с правой стороны стекло его родное стоит. Ну, лобовое стекло уже меняли. С левой стороны тоже родное 15-го года стекло стоит. У клапана-то слышно, что молотят. Паук не вскрывался. Коллектор сухой. А клапана где-то здесь постукивают. И слышно хорошо. Ну это да, он холодный. Передняя пневматика. С левой стороны текущий дроссель. Коллектор сухой. И турбина здесь сухая. Опа. Да, турбинка здесь сухая. И в интеркулере, ну как всегда, там есть масляное запотевание после. Практически у всех одна и та же картина. Двигатель снизу подтеков не имеет, слева-справа. ВИН-номер. Ну, в принципе, читается. Ну, средняя часть. Это в соли здесь. Читается он нормально. Насосик здесь стоит электрический, и если откажет, то поднять вручную не получится. Оптика с левой стороны родная стоит, запотела. Рефлектор немножко поржавел. Ну и с правой стороны уже меняли, по-моему. Хеловская оригинальная стоит. Немножко есть. Сейчас с механиком поедем прокатимся. Тут лед, страшновато. Мы попробуем покататься немножко. Посмотрим, как она включается. Я хочу перевести с автомата на с механика. А, ну да, значит, трогаться надо. Винокончилось. Так, подожди, вот это выключить. Чё? Должно быть все нормально.
Пробег на нем 729 370 километров. Мощность снижена, но это от блю кончилась. Мочевина. Приятно, на таком пробеге мочевина работает. Ну, судя по лобовому стеклу, по платникам куда-то ездил. Нам главное тут сейчас поперек не встать. Блин, все. О чем я и говорил. Да, стрём. Да, без хвоста по таким колдобинам ледяным, конечно, тяжеловато. Третье, но тут и не разгонишься. Ух. Четвертое. Пятое. Ну ладно, Андрюх, не надо там это самое. Механик тёзка. Не надо его разгонять, а то мы тут выпрыгнем из кабины. Подождем, пока растает для испытаний. Кнопочка, что ли? Не переключается машина с автоматического режима коробки на механику и наоборот. Должна кнопочками переключаться, а он что-то не хочет это делать. Хотя, говорят, переключался. Но, в принципе, пока это, в общем-то, единственная здесь фи, которая есть. Пробег, похоже, родной. Сейчас сделаю диагностику, посмотрю, что еще выяснится. Но вроде так все родное. Управление двигателем, дата изготовления 15-й год, ВИН Е8-17646, 12 346 часов наработки. Базовая величина регулирования позиции сцепления недоступна, но судя по пробегу, его уже под замену. Ну и на этом автомобиле расход сцепления, можно сцепление менять. Никогда не меняли. И он не хочет переключаться с механики на автомат кнопочкой. Вот такая вот царапинка. Второй автомобиль того же года. Стекло справа оригинальное, лобовое менялось. Тоже ходил по платным дорогам где-то. Справа стекло оригинальное. Расход резины. Правая передняя. Процентов 20 остаток. Задняя. Ну, процентов под 30 остаток. Что тут стоит-то? Ну и получается, что на этом коробка не переключается кнопочкой на, с механики на автомат. Будет замена сцепления. И есть ошибка по сцеплению. Здесь будет ремонт левого суппорта. Противотуманка с левой стороны битая. И в принципе, ну, наверное, можно поменять переднюю резину. На втором ПЛДшке в хлам практически уже убитые. Замена интеркулера или ремонт интеркулера будет. Ну и, в общем-то, замена сцепления здесь точно так же.